Друзья мои, всем здравствуйте, с вами Екатерина, вы находитесь на YouTube-канале Смиральда Серебро. Девочки дорогие, вторая часть, три колечка золото-бриллианты покажу, но начну с серебряных новых серег из новой коллекции. Кстати, для верующих людей могу сказать, что здесь есть святая православная. Также здесь это делали итальянцы, создали в серебре, ну, тренд, так сказать, да, в данном случае это не несет никакой религиозной нагрузки, но тем не менее, крест, защита и, в общем-то, легкие серьги, которые абсолютно спокойно, не унижая ни в коем случае, никак не оскорбляя верующих, да, может носить любая модница, потому что, ну, вот такая, девочки, история, так создают мастера, да, и тенденции моды таковы, что сейчас стали создавать им вот такие великолепные серьги. Очень красиво смотрится, культивированный жемчуг, красота, сейчас я сниму, покажу вам цену, легчайшие, красивые, я вижу, что мне очень идет. У меня есть серьги-кресты, у меня вроде, девочки, это серебро в золоте 18 карат лимонного цвета. Вот такая красота. И к этому, это новой коллекции. Сейчас будем с вами рассматривать, цену скажу. Но сейчас хочу показать браслетик. Здесь тоже будут кресты из перламутра. 177 евро он стоит. Вот такая лапочка. Посмотрите, какая прелесть. И как раз в том числе к этим серьгам, я надеюсь, сейчас свет не погаснет, потому что у нас что-то с кондиционером, гаснет свет. В первом видео вы, наверное, это видели. Девочки, также серебро в лимонном золоте, золото 18 карат. Где у меня ценник? Сейчас я сниму, вам покажу. Я уже не знаю где, вот тут он у меня. Сейчас мы с вами рассмотрим серьги. Серьги стоят 117 евро. Легкие. И давайте с вами рассматривать. Культивированный жемчуг. Вот таким вот образом. Это Флора сказала, русская святая. Ну, наверное, может быть по центру, внизу или внизу. Так, ну, здесь розы есть, девочки. Ну, имею в виду не русская, а православная. Девочки, вот такая красота. Серебро в лимонном золоте, замочек, петля с обратной стороны выглядит вот так. Всем рекомендую. Ну, соответственно, кто захочет, в ногу со временем в том числе. И комплект к серьгам, то пожалуйста. Тоже будет чудесным образом. И, друзья мои, три кольца золото-бриллианты. Достала два кольца с рубинами, сейчас их надену. Ничего нового не закупали, все, что старая итальянская фабрика, то, что осталось, как говорится, остатки сладким. Флора цену актуализировала, цену подняла на эти украшения и, соответственно, с рынком, который есть. И, соответственно, сейчас я вам покажу. Будут рубины, бриллианты, белое золото, золото 18 карат. Вот такая красота, девочки, два кольца. Вы видите, один цветочек и другой, вот такое колечко, которое было отложено у меня. Полновесненькая, 2375 евро, все характеристики, все в одном экземпляре, я вам смогу назвать в личку, и здесь вот такой красивый рубин, ну, великолепного качества здесь рубин, очень красивая здесь и цветовая гамма у рубина, и само кольцо великолепное, и здесь, кто хочет уже такое более, я считаю, что и на девочку в том числе, здесь россыпь из бриллиантов, по центру крупный бриллиант, и, соответственно, рубины, 2250 евро оно стоит, размеры мы делаем, тоже очень красивая цветовая гамма. Вообще рубин, конечно, камень, привлекающий богатство, почитайте, девочки, об этом обязательно. Ну, безусловно, все камни, они, если вас поманили, они будут нести для вас определенную пользу однозначно, потому что не мы их выбираем, они нас выбирают. Я обожаю рубины, но я изумруды, сапфиры в том числе. Ну, здесь вот такая вот красота. Я не могу сказать, что вот этот камень только мой любимый, потому что вот, ну, это необъяснимо, да, это может завлечь нечто вообще дифференте, да, что-то другое от того, что ты привыкла, да, наблюдать, и то, что обычно взгляд падает и нравится, да, то есть может понравиться, что абсолютно даже и не ждешь. Следующее, 2875, вот такой волнообразный, очень красиво посаженный бриллиантный багет. Такой, скажем, одуванчик, да, бриллианты багет по краям, по центру идут бриллианты круглые, классическая вариация. И здесь очень красивая история, потому что это такое, скажем, сомбреро, шляпа, одуванчик, да, и здесь вот такие вот волны. Очень интересная задумка мастера. Оно двойное, итальянское. С обратной стороны оно резное, вы видите, да, такой как второй этаж.
Я их называю двухэтажные. Мне эта история очень нравится, потому что она гладкая, приятная, настолько хорошая у него работа. Она сейчас на 16,5, чуть больше, чем 16,5. Бантик на 17,5, на 17, вот это колечко, да? Даже на 16,5, которое вот на безымянном пальце. Но я вам повторяю, что размеры мы все делаем. Девочки мои хорошие, мои дорогие, я буду закругляться. Сейчас надену мои украшения уже и засниму для вас на ручках, но не знаю, засниму или не засниму, потому что сейчас еще будет некоторая работа с вами, в другую, в личку будем общаться. Поэтому, мои хорошие бриллианты, я уже соскучилась давно, вам которое видео не показывала золото-бриллианты, поэтому мне, естественно, захотелось вам эту красоту. Ну, люблю я, конечно, рубины. Рубины – обалденная история, девочки. Ну и кто хочет без рубинов, то, пожалуйста, вот это колечко. Все в одном экземпляре, повтора не имеет. Все вам скажу, все кому будет нужно. Ну, вы все наши украшения знаете. Это не пушинка, это полновесненькая, это все такое достаточно история, говорящая сама за себя, потому что уже не повторяю, мы не закупаем ничего. Вот то, что есть, девочки, то я вам и предлагаю. Ну что, мои хорошие, по старой доброй традиции, всем желаю море счастья, море красоты. Мы с вами увидимся в следующую пятницу. Жду вас в комментариях WhatsApp Viber. Если я вам сразу не отвечу, мои дорогие, то вы мне ждете, пока я вам отвечу, потому что у нас на конец недели будет небольшое путешествие в другую страну, в какую я вам скажу. Вот, и, соответственно, что, когда у меня появится интернет, то я вам сразу напишу, отвечу. Мои дорогие, всех целую, обнимаю, море счастья, море красоты. Всем пока-пока.